Вот говорят, с водой бы не выплеснуть и ребенка. Ну, на мой взгляд, вот ребенок — это истина, не истина. Но, во всяком случае, цивилизованный ход дискуссии. Говорят, в споре рождается истина. Спор-то должен не на высоком, скажем, все кипятятся, с паром все выходит, разум, и остается в сухом остатке там раздражение, там недовольство, озлобленность. Стоит ли вообще? Вот. И вот копии ломают, это словосочетание с древности к нам пришло, ломать копии. Копии ломают по несущественным поводам, о происхождении народа. Люди, которые корпели годами над фолиантами, рукописями, чем-то там копались, солнца не видели. И то, как гипотезы иногда, как гипотезы выставляют что-то вот о народе, о прошлом. А у нас люди в школах интересуются, по истории какая оценка была, хотя бы там общеобразовательно, какие дисциплины, какие были оценки? Откуда у людей такие широкие познания? Диву даешься. Это я иронизирую. Откуда там у них? Вот годами люди кандидатскую защищают, вот, в аспирантуре учатся, историками становятся. Потом они на разные международные какие-то, говорят, симпозиумы ездят, накапливают все. Надо им, наверное, не надо учиться в аспирантуре, потом, значит, кандидатскую защищать, потом докторскую. Вот так в интернете. А этого послушать, этого послушать. Это я уже опять иронизирую, конечно. Сам я вот, честно говоря, в растерянности, когда о происхождении спрашивают. Резкость пропала, блин. Она, в общем-то, здесь не нужна. Там я вот книжку тоже брал и читал, а мне вот и там резкость нет и прочее. Ну, конечно, финансирует же меня. Шучу уж, конечно. Я говорю, за 13 лет, вот 5 числа будет 13 лет, как канал существует. 1000 рублей один раз только профинансировали, помню. И то родственник там, чтобы я съемки, концерты сделал. Вот. На какие шиши я должен? Телефон выходит из строя, я должен себе во всем отказывать. И еще вот говорит, нечеткое изображение там и прочее. Я читаю специально. А кто будет спорить, для тех специально, не поленюсь, сфотографирую. Хотя там один нашелся, пишет в комментарии, что это фейк, мол, бумага белая. Бумага шикарная. Если он императрице письма писал, аббат де ля Порт, а императрица Екатерина II тогда еще жила, еще лет 10, кажется, после этого минимум. На плохой бумаге эту книгу, конечно, не издадут, там, где императрица касается. И кто там смотрел внимательно обложку, кожа, у меня шеститомник Пушкина, не кожа, а просто картон какой-то, бумага прессованная. А тут кожа натуральная. С 1783. Это фейк, оказывается. Я вот, мне делать нечего. Мне очень важно вот так вот, вот книгу сделать. Фейк. Я специально в типографии заказал вот под старину этими шрифтами. Вот сидел, писал годами специально. Какой людей язык поворачивается, я не знаю. Он знаток надо, видимо, все-таки его в Академии наук. Там кто-то не про... пост занимает незаслуженно. Надо пинка. А его вот этого человека, который там вот фейк, он знаток всего. Зачастую у людей просто с самого начала есть там, он о своем народе, вот какой он великий народ, он самый премудрый, самый добросовестный, самый порядочный, самый-самый-самый-самый. Вот. Я о своем народе не думаю. Когда я пишу и говорю, мне часто вот в укор ставят, ты этот свой народ хаешь, свой народ хаешь. Я говорю, а есть за что? Вот и хаю,
ты не патриот. Я говорю, да, и что? Я что, должен все время хвалить, если я вот идеализирую когда-то свой народ? Приехал сюда, и у нас хотя бы, оказывается, в отдалении живущие мои соплеменники, они в некоторых случаях, оказывается, более, как сказать, больше заслуживают право носить звание, если так можно сказать. Вот опять, видите, вот начнешь свой народ хаять, и тут же тебе прилетит. А будешь хвалить, а за что хвалить? Есть за что хвалить, да. Когда мне турецкий брат сказал, что плохие его мусульмане, я говорю, вы у себя в Османской империи, говорю, вы были главные государствообразующий народ. Вам легче было. И ислам никто вас не ущемлял. А у нас вот мечети разрушали, и возможности не было. И когда, значит, Казань пала, наш народ чудом выжил и веру не менял, хотя там какие попытки предпринимались. Вот. И мой народ выдержал все это. Я говорю, я горжусь предками. Современниками меньше горжусь, потому что история не интересуется, нахватается где-то, и походя просто где-то дома или в отношениях с кем-то, с родственниками, или где-то у него там отношения складываются, у него злоба, он не может на них выплеснуть, а то прилетит обратно. И вот он думает, а, заглянул в интернет, а давай-ка я гадость напишу какую-нибудь там. Пускай она. Да нас не волнует, я оставляю. Ради бога, что я сказал же, у кого чего много, тот теми делится. Пожалуйста, что он там пишет, человек. Ну и что? Это как в автобусе кто-то едет, матерится, всех посылает, все молчат, потому что до фонаря им. То же самое. Ну вот, боюсь, в какой-то момент прервется. Свойственно каждому, если у него в жизни не складывается сам особенно, свойственно ему, ну как сказать, дорисовывать своему народу какие-то особенные качества, особенно в прошлом. В прошлом, какой он был великий, вот, да-да-да-да, великий, какой был, значит, народ и мудрый. Ну, в превосходной степени все, да. Это я тоже, когда у нас иногда встречаю, кто-то начинает, соплеменник, я говорю, и что, тебе это дает, что ли? А сегодняшний день надо думать, просто как вот сегодня вот язык сохранить, насущная проблема, как в повседневной жизни хотя бы по минимуму что-то делать, чтобы вот действительно и интересоваться прошлым, истории своего народа, литературы, там что-то. А у нас общение вот встречаются двое-трое. И о чем они говорят? Вот они там о чем сели, выпили и вот обсуждают. Спорт обсуждают там, политику, это. А здесь кишка танка. Но если завяжется какой-то типа диспута, то все знатоки. Все знатоки. Откуда там слышал звон, не знаю, где он. И где-то там у нас очень много фейков действительно в интернете. Я же вот там шел по проспекту и сказал, что кто-то писал, что не было никакой Золотой Орды. Это все выдумка в истории. И люди да-да-да, и на 180 градусов разворачиваются и соглашаются там. Поэтому шарлатанов недостатка никогда, ни в какие времена недостатка в них не было. Люди сами своей головой должны думать. И каждый день, как этот замечательный польский писатель был. Вот сейчас вот забыл, конечно. Все, сейчас камеру на секунду отключил и вспомнил. Каменский. Он говорил, считай несчастным тот день, когда ты не узнал ничего нового. Поэтому надо постоянно стараться где-то там рыться, что-то читать, литературу там, историю там, что-то такое, чтобы познавать, познавать. А не то, что там надергал где-то, услышал, запомнил, влетело в ухо и... Человек начинает там на свой конька любимую силу и прочее. А просто вот хотя бы конкретно одну часть, один фрагмент истории что-то выучил. И когда тема эта как раз именно созвучна, взял и где-то блеснул знанием. Это вот человека с лучшей стороны характеризует. А не то, что там, значит, без всяких знаний свое настроение на людей изливать. А конечная цель дискуссии состоит в том, чтобы всем перессориться, не буду говорить народными словами, и всем, значит,
камни на камни наставить. И ради этого, что ли? Лучше уж молчать. Поэтому. А так вот, надо интересоваться. И каждая версия чата, предположение, может человек предположить, да ради Бога, любой может иметь право предположить, а не может ли вот так быть. И здесь может быть здравое зерно в его размышлениях. Он, конечно, не просто так взял и из пальца высосал, а вот на основании чего-то взял и предположил, положим. Вот у нас там говорят, чуваши, значит, сохранили язык булгарский, а татары не сохранили. Я вот ездил в Чувашу и с ними ездил в Оренбургскую область, в чувашские села, и специально на чувашском хотел выступление небольшое сделать. И даже несколько фраз, и там «Хакла тываны марсэм», ага, «Хакла», «Хак» это значит вот, «дорогие», «дорогой», «Хакла», «Хак». Вот. И они вот говорят. И много слов встречаются. Я вот сегодня чувашскому товарищу, он там поблагодарил меня, Рахмет, мол, за услугу. А я ему думаю, дай-ка я ему уже напишу, будь здоров, типа, брат. Зашел в переводчик в интернете, закинул и сам удивился, насколько с татарским очень близко. Так что, я не знаю. И просто они не... У нас религиозные связи были сильны с Востоком. Поэтому с исламом очень много слов пришло и употребляли в речи. И купцы наши не дремали. Фарси слов много, арабских слов много. Потому что вот это смешение шло. Это у нас не была самоцель. Ой, мы же от булгары, давайте сохраним свой язык. И что? И что это дает? Ну, сохранили, и что кроме этого? Вот сейчас вот некоторые любят, вот у нас он в чистом виде сохранился, вот у чувашей, у татар нет его, они не потомки. А кто ислам принимал? О ком весь мир говорил, по телевизору показывали, когда юбилей был, значит, принятие ислама. И до этого, оказывается, очень много приезжал, и задолго до этого, уже в 8-м, что ли, веке, часть народа ислам приняла, и потом только спустя сотни лет все-таки потом взяли еще, как это там, сотни, там есть сколько, две лет ислам стали применять на официальном уровне. А до этого принимали. Общение шло активное. Язык, он живая такая конструкция, он постоянно меняется. Вот у нас людей сейчас, допустим, много. Сейчас как глобализация, да? И если в английском языке каждую минуту, говорит, два слова появляется новых, представляете себе, то у нас вот английский язык уже вовсю идет, и слушаешь какую-то передачу, видео там в интернете, и там они всякие вот слова употребляют, норовят блеснуть как-то. Я помню одной радиостанции, сейчас ее закрыли. Ох, они там любили блеснуть там. Вот, что-то там, не буду уж повторять их слова, не каждый раз, вместо того, чтобы дискурс там, значит, что-то надо употребить, еще какое-то слово, ну, образованность свою хочет показать, как у Чехова. Вот. Я считаю, что это тоже, если человеку так уж сильно хочется, да ради бога, но надо просто простым людям объяснить, это что, слово, что означает. Вот. У нас даже есть кодекс такой определенный в отношениях людей. Когда человек даже не согласен, он молчит. Когда он согласен, поддакивает. Я даже, у меня родственники, я иногда общаюсь. А раньше было вот, до крика доходило. Я говорю, слушай, вот так принято в цивилизованном обществе. Разговариваешь. Если ты согласен, да-да-да-да. Не согласен, молчишь, и все. И это означает, что ты не согласен. А у нас вот вроде нормальные, все, разговаривать, и вот начинает спор. И оно, если бы там обида какая-то была у человека, там, на этого человека, а он это как повод использовал и начал, значит, просто душу изливать, злобу свою выплескивать, да. Но вроде поводов-то нет. Он просто раздражение свое. Да. Игра не стоит свеч, как говорится. У нас вот тоже дискуссии ввязываются, и все, и все. Как вот одно время я видел в социальной сети «Одноклассники», какой-то там, смотришь, в конце уже там друг друга последними площадными грязными словами обзывают, и думаешь, а что это такое? А вначале
перелистал самое начало там, а там безобидные какие-то фразы были. И вот люди по жизни обиженные чем-то на судьбу, а они просто думают, дай-ка я вот оторвусь на других людях. На своих-то прилетит, а чужие люди не смогут же. И вот сидят и грязными словами поливают друг друга. Это вообще, это как анекдот напоминает, как человек выходил, и он привык, видно, материться. Уж я немножко поясняю, чтобы, а то могу даже рассказать, а некоторые просто я и сами, и надо такой быть, не понимаю, изредка какой-то анекдот. Он выходит и говорит восторженно: красота-то какая! А эхо уже привыкло к его матершинам. И мать, твою мать, типа там, да, извините. Вот, у нас вот так вот есть люди. Они так и ждут момента. Безобидно так вроде, осторожненько. И человек ловится на эту удочку и ведется. Я вот ездил все время в течение 10 лет, 11 раз побывал. Автономия одна, тюркский братский народ, замечательные люди. И вот никогда не было каких провокаций. А как на праздник сижу в прекрасном расположении духа, и рядом другой человек подсел и начинает расспрашивать. А я уже спокойненько, по инерции, все, праздничное настроение, говорю, а он, значит, какие-то с этими заморочками у него вопросики, и чувствую, он меня подначивать хочет. Я понял, что этот человек что-то, да, есть такие, у них зудит. Где-то там все время хочется что-то там. Обязательно, когда говорит другому плохо, и тебе хорошо, вот так вот бывает. Так что нет, это для нас важно, что точки зрения. Вот сейчас вот стою я с этой стороны, допустим, дерево, да, вот с этой стороны. Человек стоит с другой стороны. И какой смысл? Вот он скажет, вот где-то, да, скажет одна там, один ствол или два ствола. Вот смотрите, два ствола. А я что, должен с пены у рта вот кричать, нет, три ствола, что ли? Каждому со своей стороны видится совсем иное. И только совокупный взгляд дает общую картину. Так что вот эти в дискуссиях нормальных, когда люди каждую свою точку зрения выражают, но не переходя на личности, никаких там как-то подколов, никаких претензий к другим. Просто он свое видение излагает, это его право. И все. И потом общая цель узнать, сколько стволов у этого дерева. Вот, допустим, вот тоже. Сколько здесь деревьев, допустим, сколько? Одно. А с этой стороны смотрит два. Так можно здесь вот с пены у рта кричать, нет одно. Вот так то же самое в этих дискуссиях, спорах. Я, наверное, это завершать буду, потому что будем продолжать, будем разговаривать. Там люди иногда пишут о том, что вот о Булгарии написали. Я подробнейший человек написал. Я, когда есть возможность, я обязательно отвечаю, когда есть возможность, да, из уважения. Все-таки человек писал, да, я обязан. Вот. Ну, иногда мне нечего сказать. Вот. Ну, просто нечего сказать. Нет у меня знаний в этом. Потому что я мог историком стать, да. Но история, знаете, сами понимаете. Вот я в университете учился. О, научный коммунизм. Вот. Потом диалектический материализм, исторический материализм. История партии. Извините, ну нафига это все? Ну, история партии, ладно, чистая, так, интересно немножко, да. А вот это вот, для чего они вот были вот эти все, мы даже сейчас вот не помним, а я мог на пятерку сдать, мне четверку поставили. Самый тяжелый, кажется, у нас был диамат, если не ошибаюсь. Не помню какой-то из них. Там на пятерку тянул мне преподаватель, все-таки четверку поставил, а моему сокурснику три. И говорят, когда у тебя плохое настроение после сдачи экзамена, иди в кино или в баню.
У моего сокурсника троечка была, он потащил меня в кино, а я говорю, мне надо было ходить и не ходить в кино, не портить себе кайф. Вот. Так что не портить себе кайф, и если у вас есть что сказать, пишите, делитесь. В любом случае, к вам не прилетит от меня что-то такое оскорбительное. Мне просто будет приятно, что вы заинтересованы, вам не безразлична вот эта история, да. И там как бы не писали, там вот сейчас вот поставил я первый съезд народ Татарстана, и кто-то написал: «Татар я просто ненавижу». Другой написал: «Почему?» и «Тишина». Я говорю: «А, пиши, что хочешь». «Да, блин, ну и что? Живут среди татар, и татар, мол, ненавижу». Ну, ненавидь на здоровье, что ж теперь об этом. Я даже слов не нахожу. Это твое право. Другое дело, когда он это свои, как скажем, эмоции, желания и предпочтения или какие-то негатив свой реализует в делах, это уже, извините, все уже это уже юриспруденции, область все. А так вот, ну и на здоровье, что теперь? Мы плакать, что ли, будем, переживать? Мне тоже временами свои не сильно нравится, как они себя ведут. Я с ними жил в общежитии пединститута. С русскими жил и с татарами своими. И что теперь? Я говорю, я думал, как братьям приехал. Я все время хотел со своими жить. Приехал и видел, уже я рассказывал как-то, в другой раз еще расскажу несколько случаев, когда действительно они не лучшим образом себя проявляли. Приехали из деревень, а потом, правда, когда они там что, закончили художественно-графически, поехали учителями черчения, просто рисование в школы, а до этого, значит, они считали себя, вот что они, каждый себя мнил себе каким-то художником, что он станет каким-то там. А потом узнаю, этот преподает черчение, рисование, это черчение, и по деревням. Смотрю, уже у них этот гонор поутих, они уже по-другому совсем скромняги стали с годами, да. И с каким-то просьбом обращаются, когда я был депутатом, и когда у меня, значит, популярность была в газете в городе. Да, связи, рычаги, все были у меня. Все так начинают, а до этого себя вели совсем иначе. Вот, и что теперь я? Любить, что ли? Я считаю, что связывает единственное национальное что-то, да, язык, там, вера и прочее, ладно. Это как-то отрадно, но среди своего народа, как и среди других, встречаются люди разного, так скажем, склада психологического, умственного, интеллектуального, вот это, да, и несовместимость, и просто человек сам по себе не совсем из негатива соткан сплошного. И что теперь? Не надо это переводить на национальность? Не надо всегда? Особенно если один только из этой национальности присутствует, все вот, вот они все такие. Да не все такие. Совсем другие встречаются, разные. Ну, у татар есть замечательная поговорка: «Бр букла» или «тышках бузау бетен кутюны пширата», значит, один теленок, значит, гагает, как пачкает все стадо. Ну, вот так вот бывает, что. И что теперь? Я сам иногда не в восторге бываю от того, что встречаешь как-то человека, а он там не всегда отвечает твоим ожиданиям. Ну, ладно. В общем-то, спасибо за внимание. Мне очень приятно, что люди слушают. Это отрадно. Я считаю, что в любом случае общение, оно обогащать нас должно, общение должно, особенно в плане истории, когда мы там, нас должно обогащать, и как-то интереснее от этого нам жить должно быть, а не то, что там портить кровь друг другу обязательно и прочее. Нет, это неприемлемо совершенно. А остальным всем, кто у нас слушает, спасибо большое. Надеемся, новые наши встречи, разговоры будут нам взаимно, обоюдно полезны. Вот. Все-таки надо чем-то человеку увлекаться. Человек, он, в отличие от, скажем так, существа, животных, что ли, существ, животных, да,
в отличие от животных, он наделен разумом. И ему постоянно нужна гимнастика для ума. Это еще Карпов сказал про шахматы. Это гимнастика для ума. А здесь вот гимнастика для ума, это значит изучать историю. Это наиболее, скажем так, безобидная тема, если не переходить на личности, не выказывать своих предпочтений, неприятия того, этого. Ну и что теперь? Ну что, Александр Македонский там, или там Тамерлан, или Дарий там, или что, и что, любите вы, не любите от этого холодно, или тепло, или жарко, что? Нет. И отношения только можно испортить. Вот, например, одни говорят, нет. А я когда в Астрахани был, он среди моих подписчиков, я уверен, узбекский брат. Я сказал, Тамерлан, ты разрушил, говорит, Булгар. Нет, он напрочь отметает. А у нас исторические документы есть, свидетельствуют. Вот. Бывает, что человек производит впечатление широко информированного. Я даже чуть не повелся, думаю, да, может быть. А на самом деле ведь документы, что ремесленников угнал туда. На Москву он не пошел, на полпути развернулся он. Что-то там святой якобы помог. Правда или неправда, может так. Действительно, я не берусь судить. А Булгар-то, увы, стер с лица земли. И вот эти вот здания все, которые, они говорят, оказывается, это ордынского периода. От булгарского периода-то ничего не сохранилось, по сути-то. Вот я сейчас пытаюсь более тесно изучать историю Булгара. Вот. И когда я позапрошлом году нас, участников Всемирного конгресса татар, делегатов, возили в Булгар город, я даже живо интересовался и даже говорю, а что ж, нельзя, что ли, вот, допустим, обнаружить где-то приблизительно, вот, где находился это ставка хана, где вот этот Ибн Фадлан мог читать намаз в каком-то месте. Ну, предположительно. Это же интересно просто. И поставить какой-то там знак, что вот здесь вот Ибн Фадлан вот по этим местам приблизительно. А не можно. Археологи-то находят это. Находят. Вот здесь ставка хана. Камни там что-то. Там много, в общем. Есть возможности определить местоположение определенных там. Вот были, значит, могильные камни, здесь такая мечеть была, здесь что-то. Все равно на века строили они. И можно было приблизительно, где он мог находиться. Он наверняка где-то там. Все равно какая-то, не селили его в какой-то хижине, а была нормальная палата, где он, допустим, обитал. И, естественно, читал намазы. Ибн Фадлан вот здесь вот приблизительно. Ну, наметки, просто приблизительно. И то людям приятно, что да, вот здесь я стою, возможно, Ибн Фадлан сам. Лично Ахмед Ибн Фадлан здесь находился. Нет у них какой-то... Нет у них. Они выучили, извините, по бумажкам, что им спустили. Вот они вот это вот заучено все говорят, повторяют. А чтобы вот живой диалог с прибывшими сюда на экскурсию людьми вести. У них, к сожалению, наверное, все-таки что не хватает? Желание, стремление или инструкции у них, или что, я не знаю. Ну вот все, пожалуй. Разрешите на этом откланяться. Я думаю, что среди моих слушателей найдутся люди неравнодушные, которые свое мнение выскажут. И у нас будет пища для дальнейших с вами бесед. Всего доброго вам.